посольства и нахуй! Россия хороша, победа будет наша! Нам не нужна новая Россия! Новая Россия! Новая Россия! Basta tuleci nel tuo corpo, vuoi tenere il microfono? Ma non tuleci, c'è una vabbè, tuleci, tuleci, io sto, ma vuoi perché sole, sole, vivi, popolo, ma che sole? Pulle, con le sole, Mario, mi da tavate, tuole, pulle, arriva a seconda, 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 pure si no, ho detto nervio da questo qua, questa puntina loa, questa puntina loa, però io si urpule, vuole che sei tutti si seletta sarei. Rompere si se ho stato tipo, togli si una cuisina. А зачем вы перебиваете людей, которые рассказывают что-то в камеру? Вы могли бы подойти просто попросить, я бы с вами тоже поговорил. То есть вы поддерживаете Россию, да? И вы считаете, все, что происходит в Украине, это правильно, да? Тем не менее, вы живете в Евросоюзе. Это очень хорошо, что вы за меня говорите. Если... Нет, я задаю вам вопросы. Тут три вопроса. Да, три вопроса я вам сразу задал. Я поддерживаю. Зачем вы перебиваете людей, которые говорят и дают комментарии и интервью в камеру? Зачем вы перебиваете? Я вообще-то кандидат в парламент. Это очень хорошо. Ну, в двух словах ответить. Вы поддержите Россию, действия России, российского государства. Дело в том, что я хотел что сказать, что когда Калевой назначили, я считаю, что масоны назначили. Сейчас, Калевой. Подождите, мы сейчас говорим не про это. Я почему вас... вы говорите, поддерживаете, мне, что мне надо вы говорить, поддерживаете вам. Действия России в Украине, да? Вопрос такой. Другой вопрос. Я на другой вопрос. Вы можете ответить на этот вопрос? Вы поддержите действия России в Украине, да? Я могу на один вопрос ответить. На этот вопрос вы можете ответить? Нет, очень хорошо, что он пристал. Зачем они пристают? На этот вопрос. Спасибо, на что вы защищаете. Дело в том, что я написал сразу Керсти Кальевой. Это уже 6 лет. Подождите, вы поддержите действия России в Украине? Я отвечаю на вопрос, на изначальный. Я послал имейл. Хорошо, снимаются все вопросы. Вы поддержите действия России в Украине? Ну, вы дадите мне отвечать до конца или нет? Вот на этот вопрос вы можете ответить? Я на первый вопрос отвечаю. Вы поддержите действия России в Украине? Так вы что, вы вообще журналист? Вы не можете, я журналист, вам могу показать удостоверение свое. Вы можете ответить мне на этот вопрос? Можете показать удостоверение? Я вам сейчас хорошо, я вам сейчас покажу удостоверение. Вы можете ответить на этот вопрос, который я вам задал? Я ведь отвечаю на первый. Зачем вы перебиваете? Женщина, никто не пристает, здесь как бы наоборот, понимаете? Что нам? Одна, єдина, вільна Україна! Одна, єдина, вільна Україна! Окей. Я хочу потом зачитати. Вот мое удостоверение, информационное агентство Укринформ. То есть это Украина? То есть находится в Украине? Да, как бы в Киеве. Да, вы можете не стараться, знаете, ваши кураторы ФСБ как бы меня знают хорошо, поэтому вы можете особо не стараться. Вы ничего нового им не расскажете про меня, понимаете? Меня кураторы просто... Хорошо, хорошо, вы просто очень хорошо по-русски говорите. Вы мне можете ответить на тот... Хорошо, украинец. Откуда? Из Сум. Харьков. Разумляете украинскую мову? А? Разумляете украинскую мову? Разумеете? Ну нет, не очень. 60%. А сейчас я вас опытываю, что-нибудь по украинским. Вы мне разумеете, да, разговаривать будете? Вообще-то лучше по-русски. Вы поддержите действия России в Украине? Вы не можете ответить на этот вопрос. Могу я ответить так, как я хочу? Нет, вы начинаете рассказывать ту информацию, которую вам нужно, чтобы была вставлена. У меня конкретный вопрос. Да вы или считаете, нет? Что... Можно ответить даже одним словом, я да знаю, или нет? ФСБ хорошо, играет. Да. Да, вы можете ответить одним словом, да или нет? Это неправда. Неправда. Но если вы говорите... Да, вы мои имя и фамилию записали, можете почитать про интернет. Кто я такой, поэтому я знаю, почему с вами надо так разговаривать. Я считаю, что славяне, ну, вообще-то я знаю их как славяне, украинцы... И русские. Хорошо. Они были славяны. Одним словом можете ответить, я да или нет? Вы одним словом можете ответить, да или нет? Русские
ушли в Московию, где угорцы. Вы можете ответить одним словом «да» или «нет»? Вы можете ответить одним словом «да» или «нет»? То есть люди, вы поддерживаете действия России в Украине? Да или нет? Которые не были согласны, да или нет? С этим, что я с вами не буду больше рассказывать. Я не буду с вами больше разговаривать. Я не буду с вами больше разговаривать. Теперь они хотят обратно. Вот. Это называется у вас пропаганда. Если это не, называется, вам задают вопрос, на который вы не отвечаете. А какой адрес? Понимаете? Это называется, я задаю вам вопрос, на который вы не отвечаете. Вы пытаетесь сунуть информацию, которую вы можете... Я бы дошел до этого. Это не прямой эфир. А вы вообще-то не слушаете меня. Я вам задал вопрос, на него не отвечаете. Вы считаете, что я прислал там говорю? А вы можете прислать? Давайте, давайте. Показывайте свой... Я вам задал конкретный вопрос, понимаете? Напад 79-го на Карла Вайна, всех их зажали, посадили в батарею. Слава нации! Конец российской!